Приветствую, дорогие зрители. Сегодня прибыл квадрокоптер Autel Nano Plus. Поставляется он в такой коробке. Внешне коробка ничем не отличается от той же самой коробки от Mini 2. Приступаем к анбоксингу. Снимаем пленочку. Как видим, коробка запакована добротно. Пострадал лишь левый угол. Но я думаю, это не критично. В моем случае у меня серая версия, грей. На обратной стороне нас оповещает о том, что данный квадрокоптер оптимизирован под iPhone 12, iPhone 11, ну, под iOS, к сожалению. Момент истины. И нас встречает аккуратная сумочка. Откладываем коробку в сторону. Сумочка внешне ничем не отличается от той же самой сумочки DJI. Добротная сумочка. Раскрываем дальше. Нас приветствует инструкция. Quick Start. Да, и всякая макулатура. Начнем с пульта. Наш замечательный пульт. Внутри две упаковочки силикагеля. Очень приятно. Аксессуары. Тут находятся все аксессуары. Смотрим дальше. Далее нас встречает зарядный блок. Довольно добротный. Я так предполагаю, то, что можно одновременно заряжать и батарею коптера, и одновременно пульт. Два гнезда Quick Charge. Прикольно. Далее нас встречают батарейки. И, собственно, сам квадрокоптер. Вот он, собственно, сам квадрокоптер. Снимаем защиту. Раскладываем лучи. Снимаем аккумулятор. Вот такой вот малыш. Обзор будет на канале ориентировочно через неделю. Мы его на выходных протестируем и снимем обзор. Заочно можно сказать, что пластик офигенный.